Привет всем. Расскажу о новшестве. Сейчас программа Double Session Manager стала поддерживать протокол UDP. Если у вас есть SUX с протоколом UDP, то можно к нему подключиться и создать сеть, сделать виртуалку на этой сети, либо раздать через роутер эту сеть. И в этом вашем трафике будет UDP трафик. И этот весь трафик будет проходить, соответственно, через SOX. Я взял сейчас для примера SOX, Shadow SOX. Вот он. В нем есть UDP протокол. UDP протокол, как отличить, есть в SOX UDP или нет UDP протокола. Вот, к примеру, порт, на который мы будем обращаться. Если мы взглянем в список всех портов, то мы увидим, что на этом же порту висит и протокол UDP, также и TCP протокол здесь находится. В общем, ладно, подключимся и посмотрим явные отличия, где есть протокол UDP и где нет протокола UDP. В чем как бы разница? Проверим сначала наш SOX. Вот он, германский SOX. Это SOX UDP. И здесь, как видно, пишется поддержка UDP. Вот он, IP-адрес и порт. Подключимся к нему. Так, мы подключились. Сейчас еще DNS найдет. Так, все. Далее, вот я взял виртуальную машину для того, чтобы подключиться к другой виртуальной сети. Здесь уже у меня все настроено, но мы вот так вот отключим сеть и включим. Она должна найтись. Вот сеть, все найдено. Теперь проверим, действительно ли мы подключены. Так, узнать наш адрес. Германия. Теперь мы проверим нашу сеть по протоколам. Есть вот такой вот тестовый сайт. Где мы все это дело будем проверять. Как видно, вот он UDP сразу же говорит, что все нормально. Горит зелененьким. Как видно, все тесты проходят. Отлично. Как видно, мы здесь все проходим. Мы используем Shadow SOX, и у нас, по сути, там, где мы проверяем наши UDP соединения, у нас горит все зеленым. Соответственно, сеть наша пропускает UDP протокол. UDP протокол — это также WebRTC. Ну и многие другие программы работают исключительно только с UDP протоколом. Теперь мы проверим заведомо на другом SOX 5. Ну, возьмем Tor, к примеру.
там нет у нас UDP протокола, и посмотрим, что нам покажет наша сеть. Отключимся. И переключим сеть на Tor. Итак, мы подключили к сети Tor, и наша виртуальная машина сейчас находится в Торе. Проверим адрес. Ну, как видно, Tor exit. То есть вот он. Все, показывает, что мы в Торе. Теперь проверим опять же на сайт. Тот же браузер на UDP тест. Как видно, сразу же тест провален. UDP протокола у нас здесь нет. Ну, в общем-то, все, что и требовалось показать. Это наш адрес. Shadowsocks. Это Tor. Разница. Всем спасибо, пока.